10 февраля в Элисте по улице Клыкова вечером в коммерческом помещении многоэтажного дома произошел хлопок, из-за которого один человек погиб, двое госпитализированы, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Калмыкии. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия по факту происшествия в коммерческом помещении многоквартирного дома по улице Юрия Клыкова в городе Элисте возбуждено уголовное дело. По версии следствия, мужчина, состоящий по предварительным данным на учете в психоневрологическом диспансере, пришел в качестве клиента на прием в Центр по оказанию психологической помощи. В ходе конфликта с работником центра мужчина произвел подрыв неустановленного взрывного устройства, в результате чего он погиб. Работник центра и его родственник с тяжелыми ранениями доставлены в республиканскую больницу. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления совместно с оперативными службами. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела взято на контроль исполняющим обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия Романом Широбоковым. В республиканской больнице, куда были доставлены пострадавшие, рассказали, что пациенты находятся в отделении анестезиологии и реанимации. Их состояние стабильное, угрозы жизни нет. Позже на место проживания мужчины, который принес и активировал взрывное устройство, выехали сотрудники Росгвардии для проведения мероприятий по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов. Во время обыска произошла детонация неустановленного взрывного вещества, в результате чего пострадали трое сотрудников Нацгвардии. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 Уголовного кодекса Российской Федерации «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники регионального следственного управления совместно с оперативными службами. Помимо этого, работает горячая линия для жителей Клыкова 77В38308. Расследование уголовного дела взято на контроль исполняющим обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Республике Калмыкия Романом Широбоковым.